Всем привет, народ! На осмотре сегодня BMW, тройка, E90, 2011 год выпуска, двухлитровая на автомате. Обратился клиент из Великих Лук, попросил посмотреть, продиагностировать автомобиль перед покупкой. Итак, что касаемо данного автомобиля. Стекла у нас, помимо лобового, все заводские. Лобовое Менина, китайское, стоит. Фары нужно полировать. Везде много коцок по лакокрасочному. Разломан бампер, расколот снизу. Он также не стоит в зазорах, как мы видим. То есть его нужно устанавливать, красить, делать. Резина у нас на автомобиле, так сказать, можно сказать, вся убитая. 9 и 2012 года. Вот такая вся растресканная. Салон в нормальном состоянии. Для пробега 179 тысяч километров. Руль, педали, селектор КПП, боковины. Также салон немного можно почистить, сделать легкую химчистку, чтобы освежить его. Есть крашеные элементы по правому боку, есть крашеные детали. Крыло менялось, снималось, правое переднее. Значит, что еще сказать? Значит, подкапотка, на первый взгляд, все сухо, не течет. Вот, ксенон работает. Никаких маслопотеков внешних не видно. По компьютерной диагностике есть ошибки по разным блокам. На ходу автомобиль, в принципе, едет нормально, разгоняется, тормозит. Всем хороших машин, проверяйте то, что хотите купить.